Здравствуйте. Решила я на скорую руку приготовить бутерброды. Нарезала батон небольшими кусочками. Сейчас буду смазывать его майонезом, но это не обязательно, просто мне так захотелось. И на каждый бутербродик будем класть колбасу, яйцо и сыр. В разогретую духовку ставим противень с бутербродами. И пусть они у нас там минут 5, может быть 10, запекутся, пока не расплавится сыр. Кстати, очень простой, быстрый рецепт. Мы сейчас с Сашей хотим попить чайку, а у меня к чаю, кроме фиников и вафлей, ничего нет. Захотелось что-то и перекусить. Так что сейчас я приготовлю эти бутерброды и встретимся позже. Не уходите, кому интересно. Колбасу с яйцом я перемешала. Бутерброды намазала майонезом. Вернее, смазала. Бутерброды смазала майонезом. Сейчас будем класть на них начинку. И сверху сыр. Вот как-то так выглядят бутерброды. Сейчас я еще на эти 4 штучки положу сыр и отправляем в разогретую духовку. Такие бутерброды можно приготовить на завтрак. Да и просто на перекус. Ничего такого нет. Раз-раз сделали быстренько бутербродики и попили чайку или кофейку с такими интересными бутербродами. Делают, смотрите, они как быстренько, легко. За 2 минуты все раз-раз. Если уже, думаю, каждой хозяйке найдется кусочек колбаски в холодильнике, яйцо и сыр. Ну и, конечно же, хлеб. Можно черствое, можно зайти в магазинчик быстренько все это купить и приготовить. Незамысловатые бутерброды. Все, встречаемся чуть позже. Когда они у меня запекутся, я вам обязательно покажу. Все, бутерброды готовы. Можно подавать к чаю. Сейчас я их разложу на тарелку и попью чайку. Бутерброды наши готовы. Сейчас мы будем пить чай и есть вот такую вкуснятинку. Сейчас я выложу все на тарелочку. У меня чай с молоком, у Саши просто черный чай. Готовьте и ешьте на здоровье. Рецепт я вам показала и рассказала. Все очень просто. А результат, смотрите, какой. О, я даже не знаю, может, штучки 2, даже 3 съем. Хотя и хлеб сейчас у меня, так сказать, употребляется в очень малом количестве. Но не могу удержаться. Наверное, пару штук-то точно съем. Еще такие бутербродики можно приготовить, когда гости на пороге. Пока с ними лялят поля, быстренько сделали и угостили. И ваши гости будут довольны. Приятного аппетита! Отличными рядами. Большой выбор и распродажа платьев от 35 рублей. А также многое другое. О, что в рыбке? Чехонь, судак. Бычок копченый. Карась. Я не знал, что у вас такой ассортимент тут. Это сами делаете, да? Ну, ясно. Вот сколько рыбки. А это что? Это шашлычки рыбные. Уже готовы. Греть, готовить не надо. Так, дыня 2,50. Дыня 2,50. О, нашли. И здесь рыба. Нашли мы без рукавку. 48 жилетка, это какой? Одинаковый? Нашли. Серенькую, может, и коричневую. Давайте, пойдем. XL. Так.
И эти симпатичные, мне все равно, а чем с оленями. Они, чем они плохи? Ну. Что оно? Ничем, говорю, оно и то, и то. А почему ты выбрала именно ту? Ну вот XL, вот XL есть размер. 14.40. Так, сейчас все, давай. Девчата, кошельками. А, ну я уже показывал, какой я купила. А у Наташи. И мне похвастаться, желтенький. А у меня вот без рукавка. Дедушки. Таня еще поторговалась, да? Да, я говорю, чуть-чуть скиньте, он для деда, говорит, скину. О, купили ему. У него такая была, уже он износил его. Ее износил, вот ему новенькую. Обновил. О, это крымский, наверное, это. Я уж не помню, какой. Ну его чистить неудобно, я хочу сказать. Саша как-то купил, я издергалась, пока его переработала. Да. Настолько неудобно чистить. А я синий сажала, обыкновенный, синий, вот да, самый, да, вкусный, да, мне нравится. О, орехи, да, зовут. Ну и пойдем так, парень. Ну, красиво там. Ой, я бы купила. Что, я бы, может, и купила. Что, тебе тейку и все? Что, он, ну, не правда. Это вы побольше дали, да? Да. Не, ну Наташа, он будет маленький. Вот, смотри. Он будет вот так вот чуть-чуть, ну, накладываться. И Наташа померяет. Да, и тут вообще хорошая. Нет, маленький тебе. Накладка. О, видите, какая я полазила. Ну, это вы полазила так туго сделали. Надо мерить просто. Шоу. Нехуй-то растет. А. Куда? Куда? Ну, вот чуть побольше все надо тебе. Не, не. А так хороший халатик, да? Половатый. Ну да. Не, маловато будет, маловато. А вот этот нет? Нет, слишком все равно. А ну отойди немножко. Посмотрим, что. Как норочка. Ух ты, Дольче Габбана. Ух ты. Пройдем, мы только зашли. Ну, села тоже. Халатик хотим померить. Сейчас я дам. Те выходные. Сделано в России. Людей много? Нет, наоборот, все выходные у меня не было просвета людей, а сегодня нет до сих пор людей. Не знаю, где они. Сейчас, сейчас набегут. Спят. Сейчас, а мы их нагоним. Идите сюда. Так, какой вам размер тут первый? А вы мне на этом обратите? А это что такое? Пижамки детские. Пижамки. Я думаю, с какого это халата? Ну, подошел этот? Мы еще не видим. Он хороший. Расцветка мне, наоборот, нравится. Такая богатенькая. Богатая. Вот, хочу выразиться и никак не могу. А ну, дамочка, поверни. Дамочка. Сейчас я пояс вынула, потому что... Талию сейчас подчеркнет. Подожди. Дамочка, повернись. Сейчас мы оценим, правда? Как-то пола закручивает. Ну, это хорошо, ваш размер. Пойди сюда, чтобы видно было, Наташа. А то за этим не видно, за шторками. Нет, хорошо. Ой, и запах хороший. Я понимаю, мне низ не нравится, как сделано. Чего? Ну, крутит. А это в плюшевых во всех так? Во всех, в пижамных штанах, так, потому что тонкая ткань. Ткань тонкая, и она... А ну-ка повернись, нитка еще идет. Вот отсюда гляну. Нормально. Ну, как еще должна быть. А та возьмет тут? Черная такая, что... Ты же умеешь. А что надо делать? Я не умею. Отдавать? Да. Умеешь. О, от тебе как раз. Нет, этот меньше. Меньше? Ну, этот ровненький. А мне эта расцветка больше нравится такая. Этот, ну, аккуратнее. Это мне лично. Да, это. Если бы такой на размер больше. Больше нет. Нет? Ну, запах, конечно, такой маленький. 52-й написано. 52-й? Написано уже 52-й. Так.
Что-то мы потерялись. Сейчас буду звонить, спрашивать, кто где. Новые дома строят. Шмотки, шмотки. Ух ты, какая церковь. Это уже конец рынка. Пойду искать своих девчат. Все, купили сумку. Купили халат. Что еще купили? Дедушке безрукавку, все, что хотели. Все, что полотенце, Таня. Полотенце. Я еще дедушке полотенчик купила, такой голубенькое. Здесь дешевые, в городе дороже. Купила, молодец. Ну и все, план выполнили. Мы уже все прогулялись по рынку, сейчас едем домой. Хотела сказать большое спасибо вашей подписчице Оленьке из Москвы. Спасибо, моя девочка. Такая внимательная, такая добрая. Спасибо за конфетки. Вкусные очень. Уже смололи? От души говорю. Очень вкусные. Всем понравились. Хорошо. Спасибо, лапушка. И спасибо тем, кто хочет меня видеть. Вот увидели. Очень приятно. Так что еще не раз увидим. Прогулялись. Наташа, да. Не волнуйтесь. Опа! Хоть и не выпили, но танцуем. Ну все, едем дальше. Все.